Приветствую вас на канале SSSRGAN.RU. У нас на обзоре монокуляр башного 18x42. Комплект поставки включает в себя чехол для переноски монокуляра с ремешком, сам монокуляр, естественно, тряпочку для протирки оптики и руководство по эксплуатации. Корпус модели изготовлен из качественного алюминиевого сплава. При этом снаружи он покрыт прорезиненным пластиком, что позволяет не только обеспечить защиту от влаги и небольших ударов, но также обеспечивает комфортный и удобный хват модели в руках. Длина корпуса составляет 155 мм. Корпус интегрирован в защитные крышки для оптики. Диаметр объектива составляет 42 мм. Кратность увеличения постоянной составляет 18. Линзы модели изготовлены из стекла BAC-4. Призма здесь типа RU. Оптика имеет многослойное просветляющее покрытие, что обеспечивает качественную картинку с хорошей цветопередачей даже при плохом освещении, например, в сумерках. На 800 метров поле зрения составляет 66 метров. В монокуляре имеется система двойного фокуса, что позволяет добиться максимального качества увеличенного изображения. Благодаря компактным размерам монокуляр имеет серьезное преимущество перед любым биноклем. Он отлично подойдет для наблюдений за природой, его можно взять с собой на концерт или в зоопарк. Приобрести этот монокуляр вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был SSSRGAN.RU. До новых встреч!